285 воинов службы государственной охраны республики пополнили армейские ряды. Присяга проходила в торжественной обстановке. По словам офицеров, это укрепляет патриотизм военнослужащих, их верность родине и президенту. Воинский долг требует неукоснительного исполнения обязанностей, в том числе освоения военного мастерства и умения обращаться с вверенным солдату оружием и техникой. В торжественном собрании приняли участие представители высшего командования службы государственной охраны, ветераны и родственники военнослужащих. Для меня большая честь попасть в службу государственной охраны. Сегодня я принял присягу и поэтому счастлив, благодарен всему офицерскому составу.